Рукотворный дождь идет нынче на пастбищах самого молодого в Ельниковском районе, а может быть и во всей Мордовии хозяйстве. О нем говорит знатная птичница Сынья Ибрагимовна Шахмаметьева. Наш колхоз образовался в марте 72 года из бывшего хозяйства татарского Яхты Тормош Мордовский Одвели. В честь 50-летия образования СССР назвали 50 лет СССР. В нем работают русские, мордва и татары.